Привет, друг! С тобой Эван. Мы продолжаем играть на сервере CCD Planet, сервер номер 6, как всегда. Да, именно тот самый чел, который купил Чирон на втором сервере, и теперь на второй сервер не могу, потому что на нем распределяется нагрузка на сервер в честь обновления. И там стоит почти весь день пароль, и словить без пароля, но это сложно. Короче, да, зашел я опять на 6-й сервер, придется здесь сделать мою копию Чирона. Кто, кстати, не видел Чирон? Ссылочка в описании, ролик офигенный. Сегодня вместе с тобой посмотрим новые новогодние обновления, новый новогодний ивент, тачки, лотереи и т.д. и т.п. Поэтому я желаю тебе приятного просмотра, приятного аппетита, и мы начинаем. Ну что, по классике давайте начнем с ченджлога, а потом перейдем смотреть данное обновление. Значит, первое, добавили новогодние квесты, по типу как были хэллоуинские, теперь новогодние. Они теперь находятся на горе Чилиад. Добавили ледовую трассу зимнего дрифта между ЛВ и СФ. Добавили новую новогоднюю лотерею, которая открывается в F4. За 100 тысяч мы сможем выловить кучу годных призов. Добавили новогодний кейс в F10. Обновили вид колесных дисков, добавили отражение и добавили новые диски. Обновили дизайн диалогов. Добавили 13 новых номерных рамок и 3 транспорта новых. Это Honda NSX, хотя Acura NSX как бы, а не Honda, ну да ладно. Porsche 930, офигенный старый такой. И в кейс советский спорт добавили вариацию ВАЗ-2107. И самое прикольное, что эти автомобили будут доступны только в новогоднем магазине, как они говорят. А после завершения ивента данные автомобили добавят в автосалон. Ну что, в принципе, по ченджлогу все. Значит что, давайте первое посмотрим менюшки. Ну да, немножечко худ изменился, он стал такой более новогодний, если мы посмотрим на ролик. Ой, что на ролик? На лого. Вот, теперь изменился худ спидометра, как-то так он выглядит. Как менять режимы, я так и не... А, вот здесь. F10, все верно. Кейс, и добавили новогодний. И что здесь можно выловить? Автомобиль в новогодней раскраске. F90, NSX, 205, 930 и A90. Значит, 930 будет стоить 20 лямов, а F90, NSX всего лишь 6,7 миллиона. Что-то дешево. А, сколько, блин? За 1000 NSX не хочешь или Porsche? Понимаю. А советский спорт сколько стоит? 74 рубля, понял. Значит что, давайте теперь откроем лотерею на F4. Вот, возможно, выиграешь деньги, кристаллы, авто. Одна лотерея стоит 100 тысяч. И можно, кстати, поменять билет. Это что у нас? S-класс? S-купе? Да? Или C-шка? А нет, это C-шка 205. Но этот билет уже стоит 10 леденцов. А чтобы леденцы заработать, нужно выполнять квест. Но это позже. Поэтому, да, что там еще было? А, и 100 доната за Porsche. Ну, короче, будем тереть и пытаться выбить X5. Ага, половину окупились, давай дальше. 30 тысяч, понял, говно. Блин, ну это прикольно, это никто не делал. Опять 80. В принципе, 2 окупились, погнали еще. 30, понял. Можно кристаллы хотя бы, мне же деньги надоели. Понимаю. Сейчас я 3 ляма так сюда и всажу, пацаны, не думайте. Блин, 30 тысяч, не, мне нравилось, когда по 50 хотя бы попадало. О, это уже лучше. Давай следующий 80, а потом X. Давай. 30. Я уже полляма всадил сюда, понимаете? Еще немного и это. Мог пойти в СБУ за 3 ляма или за 2 забрать. Не помню, сколько он здесь стоит. О, сотку. Так, это самый большой выигрыш пока что. 250. Хм, нормально. По увеличению 2X теперь. Ладно, 80. Давай 30 и потом X, ладно уже. 50. Так, пока что X никто не выиграл. У меня есть большой шанс еще что-то выиграть. 80. Кристаллы здесь типа не падают, да? Чё? Понял. 30. А потом X, как договаривались. Давай. Сотку, ладно. Давай. Сейчас будет пол видоса с обновлением, и Эван будет тереть эту херню. Сотку. Такое чувство, что я его нихера не выловлю. Либо выловлю, когда там потрачу уже лямов хз. Лямов 20. И получу X за 2. Давайте еще 2 раза прокрутим, ну, до нуля добьем, лям потратим на эту херню. Ну, не знаю, я пока ехал на эту локацию записывать ролик, мне кажется, X5 штук, ну, штук 10 словили. О, 250, нормально, 2 раза, по 250, так, живем еще. Понял, не живем. А сейчас что-то нихера не падает. 30, 50, блять. Давай, последняя попытка. Вот, блять, турист выиграл, охуеть. Лям мы успешно сюда всадили.
и нихера не выиграли. Ладно, будет по-вашему. О, смотри, еще один выиграл. Нет, я не могу, пацаны. Блять, ну еще три раза всего. Три раза это точно крайний. Еще Дима какой-то выиграет, это тот самый. Блять. 50. Все, идите в жопу, короче. Только, вы заметили, как только я отпустил, и сразу 3 или 2 x5 вылетело. Ну, я и везение, короче, да. Отправляемся мы на Чилиад и будем проходить ветку квестов. Я надеюсь, у меня не вылетит. Не надо будет каждый раз перезаходить, рапторы не взорвутся и прочей херни не произойдет. Нифига здесь красиво. На верхушке Чиляда. Здесь так огородили. Такой парк сделали, очень офигенно. О, елочка, нормально. Музыка подъехала, только надо вырубить, потому что авторские права скажут пока. Так, а Дед Мороз, я так понимаю, к нему нам идти, но мы давайте прежде всего пойдем посмотрим, что мы сможем купить вот этого чела, да? Кристофер, приветствую, меня тут свежее поступление новогодних вещичек интересует. А, магазин, да, давай посмотрим. Значит, у нас NSX, Porsche, TRX, новогодний кейс. Это типа 500 тысяч, либо что? А, 100 леденцов и 500 тысяч. Обменять на уникальный товар в новогоднем магазине. Угу, понимаю. RPG, новогодний дигл, скины. 8 дней еще идет. И леденцы. Угу, я понял. Ладно, давайте к Деду Морозу. Может, возле Деда Мороза крутнуть? Давай еще два раза возле Деда Мороза. Я, наверное, задрался с этими билетиками. Но возле Деда Мороза должна шара же прийти, не? О, так, уже неплохо. Погнали. Полтора раза. Вот все, точно последний. Блин, ну это бред. Сейчас я смотри, только закрою F4, буквально через минуту выпадет кому-то эта херня. Ладно, давай, Дед Мороз. Санта, да. Привет, дружище, у меня случилась великая беда. Какие-то злодеи украли все мои вещи, можешь их вернуть? Слушать. В общем, дело было так. Я по давней традиции летел ночью через пустыню, как вдруг моей сани ударила молния. От ее грохота мои верные олени испугались и пытались разлететься в разные стороны. Ну, а что дальше? Это типа надо ждать? Ладно, я не люблю читать катсцены. Не ожидал от них такого, конечно, хотя и молнию они слышали впервые. Это неинтересно. Короче, что мне надо сделать? Она здесь недалеко, за углом от того круглого дома. Углом круглого. Ладно, наверное, мне стоит отдохнуть. Давай карту отмечу точное место. О, F1, настройки графика. Может, здесь как-то можно вырубить этот пересвет жесткий. Короче, за углом круглого дома. Что должно быть? А, вон, маркер Мороза стоит. А, нифига здесь девушка. Здравствуй, красавица. Эльфийка. Ты что здесь ошиваешься? Познакомься, подошел. Да, расскажи об этом всем. Если коротко, то недавно в штате объявился некий злой Санта, подстраивает аварии, грабит добрых сан, в общем, мелкий хулиган, окей. Вот день шла, ага. Я так понимаю, его найти надо, да? Слишком много диалогов, не хочу читать. Расскажи о дрифтере, о летчике. Нет, возьму за главного, расскажи. То есть три злодея, и мне кажется, надо выполнить три задания, да? Чтобы от них избавиться, и за это мне дадут леденцы, окей. Давай о дрифтере. О дрифтере чего? Ездит на себе на машинах, в ус не дует. Недавно ледовую трассу построил прямо на реке между Сан-Фьерро и пустыней. Так он туда сутками не вылазит. Ну вот он отметился, этот дед. Ладно, поехали туда. Как же я люблю пропускать касцены, а потом они ничего конкретно в конце не говорят, итоги не подводят, и ты такой, бля, а что делать? И опять сидишь, пересчитываешь касцены. И вот заправка на льду. Нормально, РПшно, что могу сказать. Знаешь, где-то здесь злой Дед Мороз. Ты вот это злой Дед Мороз? Или он типа у меня не прогрузился? Бля, на белом ни хера не видно. Верни, что украл, Санты. Ха-ха-ха, полегче, то здесь снега много, прикопать недолго. Ты побеждаешь меня в дрифте, а я тебе сани. Мой рекорд на трассе 70 очков, наберешь больше без вопросов. Окей, чёрта в деле, погнали. Я в деле, но у меня нету ни одной дрифтовой тачки. А, окей, тогда ладно. А, блядь, я тупой. Знаете, пацаны, почему у меня мог не выпасть X? Потому что у меня нету места в F3. Они, возможно, не прописали эту херню. То есть, если у тебя места нет, то фиг ты его выловишь. И, возможно, из-за этого его не выловил. Что-то просто простого, а она не дрифтит нихера. Она вроде вот закидывается, но удержать угол что-то сложно. Прям очень фиговый дрифт-чип. Прям очень.
Ты набрал нужное количество очков, возвращайся к дрифтеру. Ну все, я думаю, пешком вот так, да? Пацаны, сори, если тачка стоит. Есть что поговорить. Да, блядь. Что, ну как? Так. Никому не удавалось знать свое место, все. Ну я же, ладно, есть уговор, забирать свои сани. Так. Ага, выбрать ответ, погнали. Все, я забрал сани. А где Ешка? Непогружен автомобиль, выглядит так, как будто меня сейчас кихнет нафиг. Ладно, отправляемся на Челябинск, я надеюсь, все нормально. Скажите, как убрать этот дикий пересвет? Это капец. Я еду чисто не из-за того, что я вижу, а из-за того, что я помню, как на этот Челябинск забраться даже с закрытыми глазами. Это бред. Так, с одним ты уже разобрался, да, погнали. Осталось двое. Летчик, вот, среди облаков. Так, хорошо. Я так понимаю, мне просто надо будет пролететь и доставить какой-то груз. Но это чисто догадки. Ой, как плохо. Он у нас возле заброшенного аэропорта. Погнали, вот хотя бы Дед Мороз прогрузился, вернее, злой Дед Мороз. О, новое лицо в нашей дыре. Так. Ты должен вернуть то, что украл у Санты. Я перезашел и буду верить в то, что прогресс не сбился. Значит, ты должен вернуть то, что забыл у Санты. После этого места я крашнул. Карман не полезешь. Так, давай. Олени пригодятся. Приготовь оленя к моему возвращению. Пролети маршрут быстрее, чем 5 минут. Ну, это ладно. Это изи. Я столько в Сампе отлетал на вертолетах, самолетах. Просто не изи из-за того, что здесь эта херня пересвечена, а метка светло-голубая, и ее сложно разглядеть. Ну вот здесь, я так понимаю, финиш или что? Или опять ехать? Все. Ты пролетел весь маршрут, возвращайся к летчику. Ты летишь отменно, брат, я знаю. Так, все, мы забрали своих оленей, и теперь у нас остался главный босс, короче, самый злой Санта. А, зачем я же буду ехать? Я же вам хотел рассказать лайфхак. Пока грузился на этот серв, ты говорю, зачем мы же будем ехать, если мы можем вот сюда приехать? Вообще, с любым заданием, аэропорт, вершина горы Челяб. И все, и ездить не надо. Это же имба вообще очень жесткая. Не дай нам только не спавнить, пожалуйста. Бля. Так, пацаны, мы подъехали к этому зеленому Деду Морозу. Пригрозились ему, почитали вот эти субтитры. Пригрозили ему гранаты, он сказал, о, брат, ты что в своем уме? Я их раскидал по штату, у нас отметились эти подарки метками, как вы видите на карте, и теперь нам нужно их собрать. И, в принципе, квест, я так понимаю, на этом все. Так что мы поехали собирать. А, нихера, красиво. Блин, столько свободных домов после введения налогов на недвижимость. Прям очень классно. Оно пользуется популярностью. Так, мы собрали все подарки, и вернуться теперь нужно к злому Санте. Блин, а злой Санта? Ехать так? Или допахнуться? Я бы лучше допахнулся, если честно. Как задрал мне этот CCD во время обновления. Пока выполнял квест, уже 3 раза крашнуло. Да. А еще у меня была какая-то ошибка при входе на серф. Это жопа полная, да. Но я надеюсь, линия не похерилась, и мне опять подарки собирать не нужно. Опять здесь собирайте гребаные подарки по всему штату. Не знаю, сколько прошло, минут 20, я опять собрал эти гребаные подарки этому петуху, который их стырил. Собрал, 1, 2, 3, да, я их 20 нахер собрал. Давай дальше. Лететь к верхнему Деду Морозу, ну погнали, ладно. Опять ехать туда. Я уже высадил 4 бака бензина на этой Ешке. Надо же признаться, давай уже деньги. Отправляйся к Санте. Это Санта нам будет вручать, да? И выручил, спасибо, пожалуйста, целый час на это всрал. Блять, еще подарки доставлять, ты серьезно? Ты то хуел вообще. Вот и последний дом, зачем сюда подарки привозить, если дом продается? Ты раздал подарки, вернитесь к Санте. А теперь самое сложное, это вернуться. Так, Дед Мороз, я уже близко. Спасибо, так, 10 леденцов, зашибись. На здоровье, с Новым годом, и тебя с Новым годом. 10 леденцов мы нифига не обменяем, но у меня есть идея. Покупаем 2 парковочных места, теперь у нас есть еще одно свободное место. Мы открываем F4 и открываем билетик за 10 леденцов. Погнали. 90 тысяч.
И да, меня опять крашнуло. У меня сгорело, я даже не хочу заходить сегодня на этот сервер. И вообще, мне кажется, не хочу заходить на этот сервер. Потому что за один час игры меня крашнуло 5 раз. Не знаю, дали мне 90 тысяч этих, либо осталось 10 леденцов, не знаю. Обновление? Ну, чисто так сказать, что у вас было обновление, да. Добавили тачки, которых сначала нет в автосалоне, потом появятся. Сейчас они будут стоить много. Короче, лучше, чтобы завезли на CCD оптимизацию. Вот это будет самый лучший новогодний подарок. Пишите, как вам данное обновление, понравилось или нет. В принципе, неплохое. Квестовая линия не особо такая длинная, как на Хэллоуин. Подписывайся на канал, чтобы не пропускать новые ролики. Обязательно нажимай на колокольчик, чтобы смотреть первым. Ну, с тобой был Эван. Всем желаю хорошего дня, всем удачи и всем пока.